Народу дофига. Помнишь, у меня кепка была с прямым козырьком? Здесь пип написано. Цветочки. Капец. Куда она пропала? Не знаю. У тебя все пропадает. У тебя она где-то лежит там. Хай-фай. Всякая дрянь. Энерджи дрянь. Всякая дрянь. Продается здесь. Бесконечно дрянь, дрянь, дрянь. Вместо того, чтобы говорить, что я одинок, смотрите, self-harm, случайно во время работы произошел. Смотрите, как меня порезало. Теперь мне не надо говорить, что я одинокий, и плакать. Я просто сделал себе рану случайно во время работы, и все. Все-таки может грусть напасть. Она нападет, знаешь, как... Ты также не можешь на это повлиять, как и... Как когда гроза. Когда туча наступает. Что это за хрень? Сверхгреческая фигня. Моцарелла, да пошли вы. Пицца там продается. Пицца продается. Там продается. Держи. Яблоки ненавижу. Я хочу яблоки свежие. А я ненавижу яблоки. Ненавижу яблоки. У меня гниет яблоко в ванне. Выброси его уже, пожалуйста. Оно усыхает. Просто усыхает. Потому что я ненавижу яблоки. Я люблю бананы, мандарины. Ты покупаешь. Тихо. Посмотри, сам бесконечно сделаю. Кинезис, блин. Подрастает молодое поколение в этом ужасном мире. Ты йогурт. Фу, это какая-то дрянь. Лосось. Ой, яблоки, давай, суй. Яблоки — это ужас. Вот смотри, у меня еще здесь self-harm. Во время работы. Смотри, везде self-harm. Давайте. Ну да. Вот это яблоки Марокко, а это груши.
я бы вообще не могу. Сейчас мы там были сегодня. Нет, я говорю, свежего урожая. Там пицца. Нет, подожди, я хочу молоко. Я хочу йогурт. А вот эта фигня, которую ты купила, помнишь? Где нормальный йогурт? Ты видишь йогурт нормальный? Подожди, мне надо. Тот, который ты покупала. Какой? С орешками. У тебя есть деньги? Нет. У тебя карты с собой нет? Нет. Вот этот? Плохо. Нет. Нет. Саша, у меня нет. Какой-то денег. Другой. У меня нет денег, все, успокойся. Пиццу. Пицца, какая пицца? Пицца там. Так, мне нужно сотовый. Вытащи, пожалуйста, из моего голубенького пакета. Вытащить из синего пакета забыл. Сотовый вытащил. Остальное обратно. Скрываем. Сейчас я посмотрю, сколько у меня денег на карте. Оставайтесь дома, даже командор говорит. Оставайтесь дома, командор говорит. Давай купим. Давай купим йогурт тот хороший, который ты перестала покупать. Я даже не знаю, где его найти. Там я не находил. Пицца, вот. Ну? Ты ее хочешь? Ну, я просто здесь другой пиццы нет. Саша, у меня нету дома этого. Ну, в духовке разогреть. Все, хватит одной. Я просто смотрю, какая есть еще. Может, вот это лучше? Они все одинаковые. Все одинаковые? Конечно. Ну, бери любую. Все. Ой. Да нафиг вам нужно. О, тут есть микроволновка, можно пиццу разогреть. Я могу сейчас съесть. Только у вас защиты от бактерий нету. Это неохота в общественной микроволновке готовить пиццу.
торт считаешь? Это же вообще отстой. О. Не хочешь? Не хочу. Вообще не буду. Вообще не буду, не. Вообще вот этого не буду, не буду. Салат тихо. С этим. Да, странно. Хочешь? А что это вообще такое? Ну, Тиффани, там курочка. Там курочка? Да. Давай. Хочешь? Только виноградом не мыли. А вон из куриного фарша какая-то фигня. Ну это типа такого, вот как мне нравится. Я не знаю, по-моему, она лучше. А что-то стоит дешевле. А, нет, она дороже стоит. Дороже, конечно. За 66. Перец вегетарианский, 36 рублей. Офигенно выглядит. Ну возьми салат. Мне кажется, вот это. Ну возьми салат, не знаю. Что это рядом с салатом? Жорка. Да. Печень говяжья, картофель. По-моему, обжорка лучше. Ну что, обжорка? Цезарь. Салат шафан. Не знаю, что это оно так скрученное. Это эти. Его никто не берет, салат обжорку. Это не только что положили. Давай, салат обжорку. Это что-то типа похоже на этого. Как блинчик обжорку. Блинчики. А что это вот сверху на обжорке? Это что? Я говорю блинчик. Блин, тогда лучше вот это. Давайте. Салат обжорка. Фу. Смерть нас всех ждет. Приходит смерть. За каждым из нас, рано или поздно. Сегодняшний день прошел впустую. Работал в саду я. Self-harm. Вот, self-harm. Вот. Ну, это случайно вышло, когда я пилил и разламывал ветви. Вот весь мой день. Я очень счастливый человек. Очень. Очень счастлив. Прямо вообще не знаю. Офигеть, какой счастливый день у меня, да. Я держусь. Ах. Счастливый день. Happy Days. Есть такая суицидально-депрессивная группа. Happy Days. Ой, неохота мне ничего вот эту вот всю эту дрянь. Неохота вообще. У меня произошел квантовый скачок. Изменения. Йогурта здесь нет нормально. Ничего здесь нет. Пошло оно все. Всякая фигня продается. Чуйск. Чё за чуйск? Сыр. Да ну нафиг. Не хочу ничего здесь вообще. День прошел впустую. No more love, no more life, no more girl, no more friends. Alone. I'm alone. I'm fucking alone. Пошли. Ой,
надо. Рыбу не надо. А какую рыбу? Минтай. Минтай. I'm fucking alone. Я, черт возьми, одинок. Ни хреново. I'm alone. I'm sad. Alone. Sad. Alone and sadly. Alone and sadly. Alone and sadly. Alone and sadly. Я даже не хочу ничего из этого. Ни МакКофе, ни Сникерс. Что за Сникерс? Криспер. Какая-то фигня. Какая-то вообще, они вообще, наверное, совсем образели. Глянь, какой салют. Да, это дрянь. Не буду даже пробовать. Какая жуткая рожа. Злобная. Oh, fuck. I'm alone. Мерзкая тварь. Где она? Мерзкая тварь, рожа мерзкая, взгляд мерзкий. Черт возьми, как я одинок. I'm so sadly. So alone and so sad. So harm. 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 So harm. Мерзкая тварь, попадись мне на глаза, блин. Где ты есть? Я хочу посмотреть ей в глаза. Тут ходит мерзкая тварь. Насекомое. Чуть-чуть в человеческом обличии. Это не человек. Я должен... Ну что же, насекомое. Насекомое прям. Для... Взгляд насекомого. Я отличаю людей от рептилоидов. Надо быстрее идти, а то... Все. Куда? Где-то ходит насекомое в виде облика тетки стрёмной. Она вредит человечеству. Нейролептики. Давно я не принимал нейролептики. Но если бы вы увидели, вы бы сказали, что это действительно какое-то насекомое. Не человек, просто насекомые нацепили внешность человеческую. Какое-то насекомое, знаешь, такое мерзкое, как, не знаю, что, вредоносное, хищное такое, опасное. Даже защититься нечем. Черт возьми, насекомые внедряются в наше общество. У нас и так сколько всего. Сколько разрухи всего. Еще эти насекомые внедряются к нам. Я вообще не понимаю. Ты посмотри ей в глаза. Кто с кем, кто захочет с ней спариваться? Это же мерзость. Взгляд, как у хищнической насекомой какой-то, как у... Даже не знаю, у таракана и то добрее взгляд. Не таракана, не знаю, на что похоже. Короче, кошмар.
Я не хочу в этом обществе жить вообще. Пускай насекомые здесь размножаются в человеческом обличии. Ну реально. Взгляд такой колкий, злобный, хищнический. Как будто она сейчас, как у комара, комарихи. Или, ну, у комарихи там не увидишь взгляд, но... Вот это похоже на комариху такую, знаешь, которая пьет кровь. Точнее, это гигантская комариха такая хищная. Пьет кровь или что-то вроде этого. Я не знаю точное определение. Не разбираюсь, но это точно не человек, не человеческое существо. Что же сделать? Я бы хотел еще посмотреть. Даже у собаки взгляд добрее, более человечный взгляд у собачки. Черт, попадись мне эта тварь. Что я могу сделать? Ничего, потому что законы все здесь. Все законы здесь, на стороне этих. Я ничего не могу сделать. Поэтому я хочу покинуть это общество. Пусть здесь разлагаются дальше. Так как, знаешь, вот как... Такое чувство, как будто в это... В магазин зашла... Гигантская какая-то черная такая стрекоза или жук, или какая-то хрень с глазами такими хищническими, впивающимися, вампирскими, которая не работает в саду, которая сидит там в бухгалтерии, которая ненавидит вообще простых русских людей. Простых людей ненавидит. Она ненавидит меня, за что у меня голубые глаза и взгляд спокойный, добрый. Она всех ненавидит. И она только может пить кровь, питаться энергией. И я ничего не могу поделать. Мне и это приводит нас в ярость. Злобная тварь какая-то там зашла. Что же сделать в следующий раз, если я встречу эту злобную тварь? Надо подумать. Такой злобной твари. Надо там подождать ее в магазин, надо заходить почаще, там стоять, ждать, когда она зайдет. Примерно вот в это время. Сейчас время найду, узнаю. И в день, когда она заходит обычно. Я что-нибудь придумаю. Мне кажется, там вообще страшное чудовище скрывается за кожей. Насекомое точно какое-то. Вот. Взгляд насекомого такого хищнического. Посмотри на мой взгляд. У меня обычный взгляд простого русского человека. А есть взгляд вообще нечеловеческий. Как будто это... Это реально вот нечеловеческий взгляд, какая-то дичь просто. Что бы сделать, надо подумать. Я не могу рисовать, ничего мне нельзя делать. Ничего нельзя делать, ничего не рисовать нельзя. Насекомые ходят среди людей. Гигантские насекомые. Что же делать? Надо мои мысли вместо созидания государства направляет на разрушение. Так бы я спокойно рисовал, а вместо этого я думаю, как уничтожить эту мерзкое насекомое. Богомол какой-то вот. Богомолиха какая-то. Мерзкая.
Только глаза, знаешь, такие, я не знаю, такие черные. Такой, я не знаю, даже это не описать. Взгляд такой, как будто у нее нету вообще, вообще нечеловеческие глаза. Хочу уничтожить ее. Я не могу созидать, мне запрещено. Все запрещено. Нейролептики мне ни хрен. Ничего нельзя. И это вот насекомое, оно ненавидит меня. Оно считает меня ниже себя. Оно считает себя высшим, типа, созданием. А меня ниже животного считает. Мой он надпись, я просил, искал поддержки. Закрасили просто, вон, смотри. В каком сад? Я художник, ищу друга по другу. I'm sadly. Мне грустно, видишь, какие злобные твари все это делают. Не стыдно им? Вы уничтожаете художника. Короче, сколько можно это терпеть? Пора уже что-то предпринять. Насекомые ужасные ходят между нами. Мои просьбы. Я очень одинок, помогите, я художник. Просто за это оскорбляют меня. Унижают, стирают все. Я пишу себе на лбу то, что он говорит мне. Напиши на лбу себе. Но его я простил. Это, в принципе, вроде обычный, нормальный человек. Но насекомое, когда тебе такое говорит, гигантское, и которое считает себя высшей расой, а тебя считает ниже животного. И своим детям внушает, что ты низшее животное, а она высшая раса, ее дети высшая раса. И при этом тебе запрещено рисовать, созидать. И никому не нужны твои рисунки особо. И ты все затратишь свои деньги на эти рисунки. Я не знаю, на моем месте любой бы уже что-то предпринял. Просто я... У меня есть сердце, совесть, и я родился добрым, спокойным человеком, адекватным, блин. Не этим хищным насекомым, злобным. Но когда ты живешь среди таких, и они портят тебе жизнь. Короче, это так нельзя оставлять. Я полностью уничтожу этот выводок. Настанет время. Нужно просто постепенно готовиться. Это не призыв ни к чему, это просто шутка. Я пошутил. Ну, выводок там просто. В саду там эти таракаши развелись. Муравьи. Ну, муравьи хорошие. Ну, короче, бабушка скажет мне, что там нужно потравить насекомых. Я потравлю в саду. А уехать из этого общества я никуда не могу, блин. Отвратительное. Какое отвратительное место. Я опять впал в негатив.